свистела. Ну а что касается Йокерита, то в меньшинстве около 81% нейтрализации. Макеев здорово на чистый лед. И какой момент сейчас! Не реализуют гости. Как Варфоломеев расстреливал по центру с 3 метров и не сумел забить Кальненшу. Фантастика! Один матч у него есть на ноль в этом сезоне. У Антинени пока таких игр в КПЛ нет. Ну вот сейчас вошли финны в зону. И ошибка. Выход 1-1. Пожалуйста. Еще момент. Бросок. Опять Кальненш. Ну, просто шайбу. Николас Йенсен. Вот здорово. Вот в зону у Йокерита. Получается на скорости прострел. Ой-ой-ой. А вот там показалось мне, что шайба-то пересекла, возможно, линию ворот. Я думаю, будет просмотр момента. Хотя арбитры раздвинули руки в сторону, но все посмотрим. Ну вот на этом повторе вроде бы полностью не пересекла. Нет, дорогие друзья, все-таки нет. Нет заброшенной шайбы. Сейчас посмотрим, ну, вероятно, повтор. Мариамяки, понятное дело, недоволен. Итак, дорогие друзья, вот ненадолго, мы буквально на полминуты ушли. Этого времени хватило Витязю, чтобы счет открыть. Посмотрите, Мятинин из-за ворот. И вот до конца Пека Йормака дорабатывает эту ситуацию. И Витязь будет своевременно запрыгивать из ворот. Перехват. Кто-то неприятно может быть. И забивает Брайан О'Нил. Юбилейное 30-е очко. Вот такой наброс на ворота. И, конечно, здесь филигранный по точности бросок. Притирку со штангой. Но что не было касания. А вот... А, нет. Останавливают эту шайбу. И все-таки это хороший гол. На 12-й минуте второго периода Брайан унес передачу Йесе Йонсу. 1-1. Вот сейчас хороший ход в зону. И можно бросать. И гол! Вот это да! Вот это пошло-поехало. Стрельности болельщики финской команды. Но отметим, как же здорово зашел в зону и сделал скидку Виктор Лев, защитник, который сегодня сотую игру в КХЛ проводит. Именно он начал эту голевую атаку, а закончил ее Виктор Лев. Ну и бросок. Бросок. Ну и смотрим решение арбитров. Да, еще один хороший гол в исполнении Йокерита. 2-1. 2-1 финская команда повела. И вот опять Йокерит в контратаке. Прижимаются к своим воротам сейчас и дают возможность бросать игроки Витязя. Этим воспользовался Петрик Ончова. Вот это да. Вот оставление. Немножко сейчас жмутся к своим воротам. Дают спокойно из круга вбрасывания бросить. Ну и если посмотреть, как команды проводят третий период, а Витязю сейчас надо серьезно прибавлять. Вот посмотрите. Сразу очень многие вопросы этой шайбой, может быть, снимает Петр Реген. Посылает шайбу в ворота, и над блином Сапрыкина шайба влетает в сетку. 4-1. Вбрасывание выиграно. И вот момент! Ну, шикарно все разыграли, и Бывальцев не пожадничал. Ну, как там хороший Кальненш в то же время, а? Ну, и тут со своими на финском-то может пообщаться, конечно, Нятинин. И очень близки к тому, чтобы вторую забить, если Витязи сейчас два опаснейших броска и наброс на ворота. И опять не попадает Нятинин по прыгающей шайбе. Какой шанс! Продолжается атака Витязя.
на дальнюю прострел, а там уже лег и эту передачу Виктор Лев перехватывает, у которого сотый матч КХЛ. Ну и вот они эмоции, посмотрите, от главного тренера Йокерита, Лаури Марьямяки. Отправляет Кальненша, очередной хороший матч голкипера финской команды.